В ноябре прошлого года я познакомился с представителем спецслужб, с которым встретился в Белгороде и получил от него задание первичное по сбору и видеофиксации перемещений войск, украинских войск и техники. Следующее, до февраля я поставлял эти видеоматериалы. В феврале он мне предложил подобрать объект под МОН, под закладку МОН-100. Я изучил анонсы мероприятий, посвященных 22 февраля от Дворца спорта. Перед этим я согласовал этот объект со своим куратором и получил от него мину МОН-100 через тайник. Привел эту мину в действие для подрыва дистанционным методом самостоятельно. Самостоятельно провел рекогносцировку и установил на месте закладки, место приведения в действие. После получения от своего сообщника информации о том, что колонна пошла, я привел в действие взрывное устройство и отчитался в этот же день перед своим куратором, что задание выполнено. После чего я согласовал с ним сумму вознаграждения 10 тысяч американских долларов, которые я должен получить на территории Российской Федерации. Мною мина была установлена под углом, таким образом, чтобы пострадали максимально передние ряды, в которых шли, по моей информации, добровольческие батальоны и представители националистической молодежи.